Привет, девчонки, мальчишки, все остальные. А у нас в Гвинте снова радость. Провожаем товарища на Гвинт Мастерс. Самый главный такой турнир. И вот в связи с этим хочу вам рассказать, как Макпая можно поддержать. Алдовая штука, запоминайте, пригодится. Значит, берем ладошку, ну так, собачка. Берем. Оф, оф. Теперь собачку за носик тянем, заворачиваем и держим. Держим. Ребята расскажут, зачем. Ну что, Макпай, вот и настал тот час, когда ты и два твоих друга Фредди Бейбс и Гейм Кинг наконец-то решат, кто из вас троих сильнее на Гвинт Мастерсе номер один. У тебя, конечно, сеточка, ну, чуть-чуть потруднее, там Климойн, Тейлбот, но выйдешь в финал, и я думаю, все будет изи-бризи. Турнир твой. Чего тебе пожелать? Ну, не знаю, ты вроде хотел, чтобы я тебе пожелал, чтобы хуй стоял и деньги были, но выиграешь турнир, деньги будут. Ну а если будут деньги, то и с первой проблемой, я думаю, ты справишься. В общем, желаю тебе удачи, все-таки последняя надежда СНГ. Если не ты, то кто? Нужно доделать дело Шмеля и победить всех ТЛГшников. Ну, Макпаю, как заведомо сильному игроку, хочется лишь пожелать, чтобы он снова закрепил позицию Гвинта как чего-то стоящего даже на киберспортивном уровне. А по остальному, конечно же, хайролов, хороших заходов, чтобы так знатно крутили. Здорово, Макпай. Мы особо близко не знакомы, но все же я пожелаю тебе удачи на грядущем турнире, очень важном турнире, где ты просто обязан нагнуть всяких очередняр и за Модеста пушить их. Вот. Давай, братан, я верю в тебя. Мне очень нравятся твои стримы и так далее. И какие дечки ты собираешь. Особенно когда ты собрал дечку на Рюхине. Давай, удачи. Пирожочек, привет с солнечного Владивостока и удачи на мастерсе. Твое здоровье. С рисом и печенью Климойна. Гвинт Мастерс, первый номер. Что за чудо? Так был второй, где третий, мать твою? И объяснить там было бы не худо, кто эти люди, понимать перестаю. Мордатый, вроде бы он немец, но я не помню, как его зовут. Второй в очках качок, опять туземец. А этот Шерлок Холмс немного ебанут. И есть герой один, молдавский, которого все знают и все ждут. И он успел познать турнир варшавский. А я спрошу, и кто же это тут? Макпай, ответите вы сразу. Макпай, он всем известен и велик. Макпай на мете не играл ни разу. Макпай холоден, как сверхпроводник. Макпаю не нужны твои советы. Макпай всегда сам остр на язык. Как Юла не поет Макпай куплеты, Макпай танцует на могилах, баловник. А если встретишь ты в Молдавии Макпая и спросишь строго, ты куда пропал? Промолвит он устало, перстень поправляя. Побыл бы ты там, где я побывал. Удачи, Макпай, верим в тебя. Только победа. Сережа, наконец-то состоится Гвинт Мастерс. Мы его все ждали. Всем комьюнити, будем следить за твоими успехами. Желаем тебе, естественно, удачи, побед и порви их всех! Сычи, если вас, как и меня, беспокоит, победит ли Макпай на Мастерсе, мы сможем узнать об этом с помощью этой колоды карт. Соответственно, берем три карты, которые и подскажут нам будущее Макпая на Мастерсе. Итак, первая карта. Первая карта символизирует самого Макпая. Они даже визуально похожи. Обычный молдавский мужчина вышел в магазин за вином. Следующая карта символизирует его оппонентов на Нильфгарде. Почему это Нильфгард? Потому что своеобразные крылья на шлеме. И потому что здесь нарисована буковка К. А мы знаем, что буковка К в отношении Нильфгарда обозначает кукол. И последняя карта. Последняя карта обозначает поражение всех оппонентов, особенно на Нильфгарде. На мастерсе против Макпая. На этом все. Пока-пока. Здравствуй, пирожочек. Ну что, наконец пришло время первого мастерса, и я надеюсь, что за все эти периоды, когда его переносили, ты уже поймал то состояние, когда... Ну, когда уже похуй на вас. Какие у вас там колоды, блядь, легендарки, гейлиги, там, блядь, синт, все, да ну насрать. Хоть там маскарад с аристократами, хоть пассифлора, хоть скамигалулы с Ламбертом, хоть ловушки, хоть 100-микровый арахна с буром, мне на это насрать, понимаете?
сколько вы там кого побеждаете в ладдере, сколько там ММРов, каких вот этих ваших квалов шикарных или опенов на турик вы отобрались, мне на это насрать, ну, понимаете? Я здесь в своем сознании гвинта настолько преисполнился, что я как будто уже 100 триллионов миллиардов лет, блять, играю на триллионах и триллионах таких же игр, как этот гвонт. И я здесь ищу только одного – умиротворения и вот этой вот гармонии от победы на этом бесконечно-вечном мастерсе. От созерцания великого фрактального подобия ладдера и от вот этого вот замечательного всеединства гвинта бесконечно-вечного. Куда ни посмотри, хоть вглубь бесконечно малую, хоть ввысь бесконечно большую, понимаешь? И я желаю тебе, дорогой, все самые нужные карты, чтобы были у тебя, и все самые лучшие колоды, чтобы раздвигали свои имбы-камбы перед тобой, и чтобы всех своих соперников ты шиворот на выворот переигрывал и уничтожал, и чтобы выигрывал до посинения, до красна, вон, как солнце закатное, и делал все, что только в голову могло прийти или не прийти. Поэтому приходи, пирожочек, на мастерс, как глубокий старец, узревший вечное, прикоснувшийся к божественному, и сам стань божеподобен и устремлен в это бесконечное, и который в умиротворении, покое, гармонии, благодати и в этом сокровенном блаженстве пребывает, вовлеченный во все и во вся, понимаешь? Сука. Ладно, а если серьезно, дедёчек, я тебе от всей души желаю, чтобы у тебя всегда все нужные карты были, тебе удачи, ведь в этой игре побеждает мастерство, а не удача. Вот, успехов, будем болеть за тебя всей маршруткой. И получается все. Все, счастливо и удачи. Макпай, Папай, Пирожок, Бес на 12. Все мы долго и упорно ждали этого первого мастерса, и вот чудо, он случился не в офлайне, но тем не менее. Мы не дождались тебя на втором мастерсе, но увидим тебя на первом. Так что я желаю тебе удачи, и я уверен, что тебе найдется чем нас удивить. Привет, Сережка. Ты чего это там? В финале Гвинтмастер участвуешь? За всех нас? Мы, в свою очередь, поболеем за тебя здесь. Поддержим кулачки. Давай удачи, мы в тебя верим. И вот тебе поцелуйчик. У тебя все получится. Держим. Твое здоровье. Фу, кажется, яйца Фредди Бубиса.